Доброе утро, мои хорошие. Помните, в закупке продуктов я вам показывала вот такую отбеливающую зубную пасту и сказала вам, что если она поможет, я вам сообщу. Так вот, не помогает. Что-то вы как-то слишком высоко. Давайте я вас опущу с небес на землю. Покажу, кто здесь хозяин. Так нормально. У меня что-то очень хорошее настроение. Вчера мы разговаривали с моей подругой Жали. Я ей сказала, что давай встретимся. Она сказала, нет, у меня тренировки, все дела, давай завтра. И что вы думаете, вчера была обалденная погода, а сегодня специально для нас дождик, ветер 50 км в час. Это просто улететь. Я еще планировала снять влог, и я думаю, ничего страшного. Если улетим, так улетим, что поделать. Я уже нанесла тон, чтобы вас не шокировать. Зачем? Занавески у меня так странно лежат на подоконнике. Это все потому, что у меня котик Твикс любит играть с этими занавесками. Даже ободрал одну из сторон. Там везде нитки торчали. Мне пришлось эти нитки оторвать. Вот такие вот дела. Слегка прохожусь пудрой и понимаю, что мне бы надо было бы добавить губки. Давно я уже не делала губки. Не сейчас, погода немножко восстановится. Я думаю, что к весне я опять буду делать губы. И не пишите мне, пожалуйста, в комментариях, Айка, там, утка. Чисто случайно захожу к разным, там, не знаю, мукбангерам. И там в комментариях постоянно это... Комментарии про меня. С одной стороны, приятно, что меня везде вспоминают. С другой стороны, вспоминают каким-то, знаете, нелестным словом. Но черный пиар — это тоже пиар, как говорится. Так что спасибо всем. Не помню, у кого я на видео была. И там я не знаю, о чем тема была. Ну, в общем, там в комментариях было «Айка, утка». Губы настолько большие, что прям утка. Ну, я бы не сказала. Мне кажется, гармонично смотрится. Почему нет? Под брови микроблейдинг и все такое делать я боюсь. А губы, скулы, не знаю, такие вещи, ботокс, это все, мне кажется, не страшно, потому что это все временно. Если вдруг вам не понравится, через полгода это все рассосется, пройдет, и вы можете эту процедуру не делать просто. Или вы можете сразу вколоть гиалуронидаз. И это все рассосется на следующий день. Правда, вы потеряете денежку, но в любом случае, то есть изменения обратимые, так скажем. А представьте, вы сделали татуаж, и что? Не знаю, я, конечно, не хочу ничего сказать против тех, кто делает татуаж. У меня двоюродная сестра сделала, и просто красотка. Настя, Диана, меня смотришь, приветики тебе, приветики. Вот, ну как-то я боюсь, если честно, я боюсь, что вдруг потом брови будут синие, или, например, поменяется мода. Раньше было модно, например, тонкие брови, сейчас толстые. Одна экс-участница Дома 2 сделала себе вообще огромные просто брови, и это татуаж, смотрится это просто ужасно. С одной стороны, если честно, мне уже как-то даже разонравились супер толстые брови, такие, знаете... Больше нравится что-то естественное. Но опять же, это мои предпочтения и мои вкусы. Беру вот эту вот палетку мою любимую. Хочу я добить до конца. Это Revolution. Как она называется? Iconic. Вот. Этот оттенок я использую на бровки. Бровки я уже оформила. Кстати, надо их закрепить гелем. Так, гель, иди сюда. Чувствую, что сегодняшний влог будет очень-очень длинным. Ну ничего, надеюсь, что вы его посмотрите. А еще моя камера что-то меня подвела. Сегодня утром сняла огромный кусочек, оказывается, он удалился. Ну как так можно бессовестно поступать? Сколько времени, глянем. Время уже почти 12, прикиньте. А я нифига еще не сделала, и в 5 мы уже видимся. Макияж уже готов, девочки, посмотрите, вот так вот у меня получилось.
хотелось чего-то яркого, и тем более вечером я иду, как я вам сказала, видеться с Жали. Хотелось бы что-то такое заметное и что не сотрется. И, кстати, я вам не сказала про тон, который я сегодня использовала. Это от NYX. Он мне совершенно на самом деле не нравится, просто мне жалко свои кровно заработанные денежки. Я должна его использовать до конца, но так он мне вообще не нравится. И это еще самый дорогой тональный от NYX, по крайней мере, у нас в NYX. То есть, вроде как, это самая крутая серия, но она ужасная. Мне не нравится. Подчеркивает шелушение, все неровности. Я прям капелюшечку беру и распределяю по всему лицу. В противном случае получается вообще какая-то маска. Мне не нравятся плотные текстуры, хотя у меня проблемная кожа. Я чувствую себя некомфортно, когда на мне очень много косметики. Ну, тонального, так скажем, тени я могу наносить дофига. А вот когда тона много, как-то по мне не очень. Я тут готовлю ризотто. У нас будет видео. Ну, скорее всего, вы видео раньше увидите. Я прям сразу смонтирую и выложу его. По идее, насколько я знаю, вроде как сыр не добавляют, да, мам, в ризотто? Да. Или добавляют? А, нет, это бризоли. Я постоянно путаю. Постоянно ризотто и бризоли я путаю. То есть именно название. Берем сыр. Как раз у нас в холодильнике был. Чё добру пропадать, правда? И так вкусно будет. Моя бы воля, я бы во всё бы добавляла сыр. Ну как без него можно жить? Особенно макароны с сыром, это вообще. Дальше я беру шпинатик. Кладу вот так вот листья шпината. Зелень, это все полезно дело. Посмотрите, как аппетитно. Дальше помидорки. Так вот раскладываю. Рецепт влог и рецепт в одном. Мам, я скоро выйду на новый уровень и стану тебе конкурентом. И все, заворачиваем. Оп. Что-то этот слишком уходит. Потому что большой положилось. Да, может его согнуть. Ну ничего, пусть выходит. Я его вот так вот обрублю и съем. Какая аппетитная штука. Такой аромат стоит. То же самое проделываю со вторым. Я прям в предвкушении. Сейчас буду снимать для вас мукбанг. Очень голодная. И кадр получился, знаете, такой крутой. Возможно, и в дальнейшем буду снимать вот с таким ракурсом. Сейчас буду монтировать видео, а еще вот этого вот красавца нужно сегодня отвезти к ветеринару. Мы записаны уже сегодня в 3. Быстренько со скоростью света нужно смонтировать мой мукбанг, выложить. И мы бежим к ветеринару. Хотя на улице, знаете, погода не очень, но ничего, придется. Здоровье важнее. Вы знаете, я сейчас не представляю себя без очков. Настолько удобно, у меня настолько отдыхают глаза. Я даже не представляю, как раньше я жила без очков. Сейчас вот я буквально 15 минут назад их потеряла, никак не могла найти. Я даже сесть монтировать видео без очков уже не могу, представляете, настолько привыкла. Это очень комфортно, если даже в повседневной жизни вы не хотите носить очки, у вас есть проблемы со зрением, хотя бы когда вы сидите за компьютером или в телефоне лазите, обязательно закажите себе очки. Ну не то, что на базаре пойти купить любые очки, действительно, зайти в оптику. Однажды у меня папа просто взял и купил на базаре очки. Потом еще говорил, что они мне не помогают. Кому интересно, я монтирую в Mavavi. Видео у меня изначально, исходник, это 25 минут. Из него нужно сделать хотя бы минут 17. То есть укоротить, отрезать. Вначале здесь есть приготовление, процесс. Это тоже все надо сократить. Вот длинные видео я не люблю, поэтому обрабатываю. Твиксу очень понравилось сидеть в этом рюкзаке. Вот так вот мы как раз таки поедем к ветеринару. Я просто хотела посмотреть, поместится он или нет. Теперь вылазить даже не хочет, мой сладкий. Понравилось тебе здесь? Понравилось? Вот так вот. Я на самом деле надеялась, что дождик хотя бы немного уменьшится, но, к сожалению, нет. Наоборот, увеличивается. Поэтому я одеваюсь тепло
И уже пора отвозить моего Твиксика к ветеринару. Он недалеко от меня находится, ветеринар. Я у двоюродного брата уточнила. Недавно они водили своего котика к этому ветеринару. Как тебе такой исход? Я выгляжу как дурочка. Не, нормально. Но ему там комфортно хотя бы? Да, ему комфортно. Замочек там открыто оставь, да, немножко? Нет, здесь вот смотри, есть вот такие вот дырочки, он может отсюда дышать. Домой, сладкий. Это? Это лапка? Смотрите, это его лапка. Тиксенок. Чья это лапка? Хулиганье, на обследование едем. Вдруг ты болеешь чем-то. Смотрите, какой хулиган. Он и лапкой пытается поймать вот эту штучку. Выгляжу я, конечно, не фонтан, но куда деваться. Вот так вот и идем. Все необходимое купим там. Там еще магазин есть. Кажется, дождик на улице, еще моросит, причем сильно, мне пешком идти дофига. Надо было зонтик брать. Но ничего, слава богу, у меня капюшончик есть. Ну что ты? Что ты дебоширишь? Короче, я уже на улице, иду, полпути пройдено. Вроде как Твикс чувствует себя нормально, ведет себя спокойно. Он, видимо, не врубается. Что мы делаем, но день я явно выбрала не очень удачный. Тоже очень холодно, посмотрите на мои руки, они прям красные. Ненавижу такую погоду. Слякоть, дождь. Вчера была обалденная погода, но Айка не додумалась. А решила именно сегодня. А если мне что-то взбрело в голову, то я должна это сделать. Что я, собственно говоря, делаю? Если бы расстояние было хотя бы немножко длинное, хотя бы одна остановка, то я бы взяла такси. Но так как здесь всего 500 метров, поэтому я решила идти пешком. Уже вся в попыхах, волнуюсь, если честно. А он спокоен. Самое интересное, что я волнуюсь, а он спокоен. Здесь нашла разные прибамбасы для котиков. Ошейнички. Красивые. И для собак. Все, что хотите, есть. Игрушечки, смотрите, какие. Короче, много чего здесь. Поводки. Пока что ждем врача. Тут рассматриваю. Взяла уже вот такой себе красненький. Дома вам покажу. Нашла здесь такие кормы. Вот такой большой пакет есть. Стоит недорого. Здесь есть и по кило для разных животных, и для собак, и для кошек. Еще здесь есть вот такая ногтеточилка большая. И здесь есть какая-то травка, которую сверху сыпят, и кошка начинает точить свои ноготочки и миски. Ой, мы уже идем обратно. Долго ходила, не могла найти. Еще посмотрите на мою маску. Просто у меня весь макияж на маске, потому что дождик. А я без зонтика. Твикс вел себя хорошо. Мы поговорили еще и про кастрацию. Врач сказал, что чем раньше, тем лучше. Животные лучше переносят, когда они еще маленькие. Договорились вроде о цене и все дела. Вы видели, как он себя там вел. Прямо очень смешно, у него такая паника, он рвется ко мне. Это как ребенок. Животные вообще как дети, ей-богу. Гляньте на мейкап. Надо написать Жали. Быстренько сейчас его дома оставлю, одену другую куртку, потому что в этой уже невозможно, она мокрая. Так, я пришла домой, читаю комментарии под своим видео, и здесь некоторые пишут, что, оказывается, кота нельзя кастрировать до года. Мой ветеринар сказал, что наоборот, чем раньше это сделать, тем лучше котик это все перенесет.
Если, например, кастрировать его в 2 года, в 3 года, он уже будет измученный. Не знаю, мне объяснила это все такими, знаете, терминами, которые я даже повторить вам не могу. Поэтому я думаю, лучше это сделать раньше. И некоторые тут спрашивают: Айка, ты же говорила до этого, что ты не будешь кастрировать его. Да, я хотела разводить, но меня переубедили комментарии. Опять же, многие начали писать: вот столько бездомных котиков, лучше пусть их подберут, чем вы еще разводить будете, куда это девать и так далее. И я, если честно, согласна с этой мыслью, вот мы будем разводить, и кому это мы будем отдавать, и где гарантия, что этому человеку действительно эти животные нужны. Если человеку нужны животные, на улицах полно маленьких котят, которые так и хотят приют. В общем, я кое-что купила. Сейчас вам покажу, кстати. И еще вот такой вот шприц мне дал врач. Он сказал, что после 9 уже не кормите котенка. И завтра утром в 10 где-то на голодный желудок, чтобы он долгое время ничего не ел, мы даем ему вот это вот лекарство. Он мне объяснил и показал, как это делать. А еще там рядом был зоомагазин, в который тоже я заглянула и взяла Твиксику. Вот такие вот ножнички для ноготочков. А еще здесь есть пилочка. Мне кажется, пилочка даже не пригодится. В общем, точно-точно такие же были розовые. Даже розовые были намного симпатичнее, так скажем. Так как у нас пацан, я решила взять голубые. Купила я за 6 манат. Такой наборчик. А еще давно уже хотела взять расческу. Вот с такими вот острыми вкраплениями. Сейчас как раз испытаем ее на моем Твиксике. Стоило 3 маната. А еще я хотела купить сумку для перевозки котика. Но, к сожалению, в магазине были очень большие варианты. Я просто не понимаю, зачем такие большие. То есть это же не для постоянного проживания котика. Я, если честно, так поняла, что это для небольших собак, нежели для кошек. Возможно, я ошибаюсь, собачку на поводке берут и отвозят куда-то, отводят точнее. Вот, поэтому варианты мне не понравились, что попало я покупать не стала, но в ближайшее время я думаю, что такую сумочку прикупить обязательно надо. Сейчас думаю, что же надеть на свиданку с подругой, и вы не поверите, у меня та же самая фраза, что и у всех женщин. Мне нечего надеть, абсолютно нечего. Вот что наденешь, а? В этом я была, это 100 раз видели, это какое-то дурацкое, это я уже 100 лет не ношу, фиг знает. Девочки, вот такой вот у меня лук. Надела свои любимые брюки, но снизу у меня здесь капроновые колготки. Во-первых, на улице очень холодно, во-вторых, чтобы моей мамочке было спокойнее, а то он начинает. Вы знали, что во мне спит перфекционист? Мне так хочется пользоваться вот этим новым хайлайтером от Golden Rose. Прям руки чешутся, так хочется. Но я должна закончить этот. Хотя он мне надоел, мне совершенно уже не нравится от Revolution. Но, блин, сегодня... Ой, поцарапалась. Сегодня хочу себе позволить использовать этот. Знаете, люди, многие меня не поймут в этом. Скажут, ну что здесь такого, чем хочешь, тем и пользуюсь. Но нет, я должна до конца года добить этот хайлайтер. Я просто себе обещала это цели на 2021 год. Обязательно. Но не сегодня.
Время уже без 15:06, мне уже пора выходить из дома. В 6 мы договорились уже быть на одном месте, которое я вам не скажу. В общем, я с собой беру вот эту вот помаду Soft Matte Lip Cream от NYX и вот такой вот карандаш. Потому что сейчас я буду в маске, не хочу пачкать маску, поэтому я возьму с собой, накрашусь уже в рестораны или в кофейне. Знаете, что я поняла? Я поняла, в чем секрет интересных влогов. Все очень просто. Надо снимать все подряд и не заморачиваться о том, что это будет неинтересно. Кто это будет смотреть? Вот моя беда как раз-таки заключается в этом, на процессе монтажа или даже съемок. Иногда бывает, что я начинаю снимать какой-то влог и в конце его не опубликовываю, просто потому что я думаю, это никому не интересно. А надо снимать все в своей жизни, и это будет интересно. Поэтому сегодняшний влог будет насыщенным и интересным. Куртку я надену эту, потому что та у меня прям промокла до ниток. Шапочка. В прошлом году покупала эту куртку, если честно, не в восторге. Еще Твикс. Господи, что сделал Твикс? Надо хотя бы как-то отрезать, что ли. Смотрите, мой котик любит поиграть. Ладно, сейчас отрежу, а то не вариант так выходить. Как вы думаете, я, конечно же, опаздываю. И прикид у меня тоже так себе. Не рассчитала время, как всегда. Вроде бы у меня еще есть 4 минуты, но Жали пришла раньше времени. И она уже в заведении, представляете? Но мне ехать минут 10 недалеко там. Слава богу, дождик уже остановился. Просто огромные лужи везде, я в кроссовках. А так дождик уже не моросит. Остановился. Со скоростью света бегу. Короче, мы уже на месте. Посмотрите на эту красотку. Привет. Я тебя увидела, не сразу поняла, кто это. На самом деле ты похорошела, прям чувствуется. И две жертвы пластической хирургии сидят и обсуждают. Я говорю, мне надо еще губы. Жали такая, да. В этом плане мы вообще единомышленники с Жали. Женщина должна всегда себя делать лучше. Мы этого заслуживаем. И в плане спорта. И в плане. Во всех планах. И в плане питания. Сидим такие. И кушаем вафли. Сказала она про питание и заказала вафли. Можно. Да, я тоже тут смотрю, они очень вкусные, кстати. Вот я пробовала и мукбанг снимала. То есть я даже думаю, одними мы, может, наедимся. Но можно потом панкейки взять или что-то такое. Сейчас вам меню покажу. Здесь такая атмосфера тихая. И музыка без авторских прав. Это очень хорошо. Уверена, что они без авторских. Да, я уже здесь снимала видео, вроде как все нормально. В общем, здесь много вкусняшек. Еще такое примечание. Вот, Жали, я обожаю, когда в меню есть фотографии. Да, я тоже, кстати. Когда нету фотографии. Не знаешь даже, о чем идет речь. Да, вот даже если фотографии не соответствуют действительности, хотя бы должно быть хоть какое-то представление, что мне принесут. Ну, кстати, я люблю здесь покушать. Здесь вкусно. Да, я тоже люблю. Свежие, вкусные. Здесь номер чей-то. Айка сразу заказала ведро чая. Как села. Это мне. Хорошая подруга, это та, которая понимает работу другой подруги. Это большой чайник, маленький, почти такой же. И за это деньги не берут. Просто налей мне кипятка сверху. И пей сколько хочешь. Нам уже принесли вот такие вот вафельки, очень вкусные. Здесь у нас киви. Они по сезону, как, кстати, это история. Это не история, это влог, когда встречаются два блогера. Тут у нас чай. Иногда можно. Ведро чая. Ты всех демотивируешь. Здесь у нас чаек, ведро. Приступаем. Зашли в магазин с таким вот красивым платьем, нам понравилось. Я хочу вот это. Зачем тебе? Это шутка.
Для чего это? Колготки с замком. До 23. После кафе мы заглянули в магазин. К сожалению, у нас всего было полчаса до закрытия магазинов, а некоторые уже даже были закрыты. Очень много здесь летней коллекции, уже зимних вещей по пальцам пересчитать очень мало. Нам с Жали очень-очень понравилась вот эта кофта белая, и с этими брюками просто бомба. К сожалению, уже сегодня примерить не успеем, поэтому уже останется на следующий раз. А такой у меня колхозный лук. Ничего не сочетается, но зато тепло. Самое главное. Вот такая вот юбка еще интересная, всего за 19 манат. Если память мне не изменяет, и зрение тоже. И тут я уже иду домой. Увидимся дома. Все, мои хорошие, я уже дома. Посидели мы просто от души. Можно сказать, 2 или 2,5 часа мы просто сидели, о том о сём болтали. Но особо так много снимать там не стало. Снимать-то и, в общем, нечего. Просто наши разговоры. Там губы, не знаю, брови. Вот Жали говорит, что мне нужно сделать татуаж бровей. Я считаю, что она права. Действительно, эта процедура мне прям необходима. Не татуаж, а перманент, а методом напыления. Вот. Не микроблейдинг, а именно напыление. Получилась очень крутая фотография. Она меня сфотографировала прям от души. Я хочу ее сейчас запостить в свой инстаграм и написать пост. Пост, посвященный губам. Сколько миллилитров у меня в губах. И так далее, как первая моя процедура, нравится, не нравится. В общем, я никогда не писала посты. Я решила, что это уже пора начать делать, потому что, ну, как-то это прет, мне кажется. Посмотрим, зайдет, не зайдет. Если вам не понравится, то я уже впредь не буду писать посты. Но фотография получилась очень крутая. Так что обязательно заглядывайте в мой инстаграм, ссылочка внизу. Обязательно поставьте мне лайк, мне будет очень приятно. Вот такой вот насыщенный у меня сегодня день получился. Хотя сегодня я должна была пойти к стоматологу, к сожалению, так как ветеринар немножко опоздал. Получилось так, что я не пошла к стоматологу. Вот, а так... День прошел на ура, завтра тоже буду снимать для вас влог, завтра тоже насыщенный день, надеюсь, что вам интересно. Всех люблю, спасибо, что досмотрели до конца.